Итак, друзья мои, всем привет из солнечной долины Калифорнии. И сегодня хочу немножко показать вам, как моют машины. Если честно, я первый раз сама сегодня вот попытаюсь это сделать, потому что, как правило, у меня муж любит этими всеми делами заниматься, и он, он моет мне машину. Вот, ну и себе тоже, конечно же. Вот, но сегодня уже как бы ждать больше некуда, потому что сегодня только вторник. Вчера мы только вернулись из Сан-Диего. Естественно, машина очень грязная. Вот, и я решила заехать вот просто как бы, да, на помоечную станцию. Ну, меня все поняли, да, короче говоря. Вот. В общем, смотрите. Как это все происходит? Я же говорю, я сама первый раз, сама ничего не знала, подъехала просто вот тут ребят, которые вот в оранжевых вот этих вот футболочках, это работники, да, я просто вот у парня спросила, я говорю, что я должна делать? Он говорит, ну вы должны сначала, ну что вы хотите, если вы хотите там внутри там пылесос, я говорю, да, хочу. Он говорит, ну тогда вставайте вот сюда вот в очередь, просто вот как бы подъезжаете, сначала машину пылесосят, там внутри, да, ее все чистят. Потом она вот туда вот проезжает дальше, объезжает. С другой стороны находится как бы такая вот, ну, автоматическая мойка, да, щетками, там шампунем. И вот с той же стороны вот уже вокруг, получается, машины объезжают, выезжают, и они их там уже натирают, вытирают, протирают, в общем, домывают, дотирают, скажем так. Сейчас я зайду в дверь, вот я, получается, просто приехала, да, оставила просто вот здесь вот машину свою, да, и он... This is for Russian people. For Russian people? I'm Russian. Oh, really? I'm Russian. No, I don't think so. Еще раз продолжу. В общем, пообщались мы с этим вот мужчиной. Он говорит, я тоже русский. Зовут его, ну, он не русский, конечно же, в плане рожден в России. Он корни у него русские. Говорит, вообще-то мое имя Юрий Соколов. Ну, он у него тут уже, короче говоря, и бабушка тут, родилась. Но они почему-то сохранили вот эти корни русские. Неважно, сейчас не об этом видео. Видео вот, пожалуйста, вот цены, да. Я не буду все это озвучивать, ребята. Вот все написано, все как бы доступно, по-моему. Вот я вот взяла вот этот вот за $22, короче, вот эту услугу. The Works, да, написано. Вот. Ну тут подешевле, подороже, там он, в общем, самая дорогая мойка $45, самая дешевая 19, я взяла за 22. Окей, все, теперь вот заходим в эту комнату, вот сюда вот проходим, здесь такая как бы, ну, комната, господи, просто зал ожидания, скажем, да, так по-русски. Вот, ну тут всякие, естественно, товары, там какие хочешь, да, сопутствующие, можешь это купить, 5-е, 10-е, там всякие пахучки, вонючки. Вот. В общем, вот здесь вот на кассе я заплатила. А, кстати, вот здесь вот, да, вот, ну, вот эти щетки, автоматическая мойка. Там какие-то всякие, он Rainbow, это покрытие, наверное, какое-то, да, ну, блеск какой-то там или что-нибудь такое, короче говоря. Вот, всякие сопутствующие товары, естественно, открытки, как же без открыток, куда ж Америка без открыток, вон какое количество открыток, с этой стороны стенд. Это я, всем привет. Так, вот, ну и все, и тут, пожалуйста, можно посидеть, да, попить чего-то, наверное, я не знаю. Ну да, вон какие-то напитки можно купить, там вода всевозможная. И все. И вот там дальше ты выходишь на улицу и
И там уже ждешь, пока твоя машинка, ну, пока они ее вытрут уже, обсушат. И все, с ней уже закончат. Сейчас я тоже выйду. Вот так вот быстренько вышла. Вот, ну и все, вот здесь вот, в общем-то, люди просто ждут, когда, вот видите, их там... О, кстати, вон мою уже красавицу вытирают, натирают. Кстати, такой прикол был. Ну я ж как всегда, я вышла себе из машины и пошла. Заплатила, хожу, тут открытки смотрю, мужчина подбегает, говорит, ой, это случайно не ваша белая Infiniti? Я говорю, да, моя. Он говорит, а вы могли бы мне ключи дать? Я такая, упс, машина-то... Я-то ушла с ключами, а машина-то заглохла. Ну, в общем, вот так вот, такая история. В общем, вот так вот выглядит мойка, вот так вот столько она стоит. И, честно, я же говорю, еще раз повторюсь, я первый раз. Посмотрим, как ее помыли, потом сяду в машину, все посмотрю и все расскажу. Ну, в общем, вот моя помытая машина. Вот они натерли колеса, блестят. Смотрю, вот там вот внизу, вот как под крыло, да, вот это называется, вот под крыльями там, в принципе, я не могу сказать, что так сильно там вымыто, но чисто. Низ, вот эти вот пороги, как бы тоже, в принципе, так довольно-таки чисто, я не знаю, видно или нет. Вот, в принципе, довольно-таки чистенько, ну вот, я так сейчас обхожу кругом, это я домой уже приехала. А, кстати, вот я как-то рассказывала, что вот от колледжа, да, нам, ну, разрешение на парковку, вот так это оно выглядит. Вот. Да. В принципе, не вижу я такого, чтобы какие-то пятна там были. Сейчас сзади посмотрим. А, ну вот тут вот, о, не, ну вот тут вот мне что-то не нравится. Вот тут вот вообще грязно. Тут вообще они что-то как-то профилонили. Да, вот это место вот очень грязное. Вот бампер вот здесь вот очень грязный. Пыль прямо на нем. И почему-то, да, странно, ничего не понимаю. Машина мылась щетками, а почему стекло-то такое грязное? Пыльная прямо вот-вот. Вот смотрите. О, ничего не понимаю. Странно. Очень. А здесь чистые стекла, да. Вот. И внутри, в принципе, тоже все чисто, нормально. Попылесосили хорошо. Но вот в этих вот местах, вот, например, вот здесь вот, вон, там грязно. В общем, они помыли мне машину буквально за, наверное, минут 20. Ну, вот, в общем-то, вот как сколько потратили на это время, столько, настолько они ее и помыли. То есть, вроде как бы чисто. Ну, сзади так, ну, попылесошено. Ну, вот сиденье тоже, вот посмотрите, вон с какими-то крошками. Ну, так себе, в общем, честно. На троечку. Мой муж машину мне моет гораздо лучше. Ну что, все, ребята, вот так вот. Видно меня? Все, всем пока, всем хорошего настроения и огромной удачи. Все, пока-пока.